Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает о том, что стартовал всероссийский конкурс «Читаем всей семьей». Он приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным году семьи. Конкурс способствует продвижению семейного чтения, возрождению и продолжению семейных традиций, созданию пространства для диалога ребенка и взрослого. Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений – родители, бабушки, дедушки, дети. Семья должна быть задействована в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке. К участию приглашаются семьи с детьми любого возраста. Прием работ проходит с 9 июня по 30 сентября. Межрайонный ФНС России номер 22 по Самарской области сообщает о проведении рабочей встречи с налогоплательщиками по вопросам единого налогового счета. Встреча пройдет 25 июня в 10 утра, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района по адресу город Самара, Брусчатый переулок, дом 38, кабинет 204. В отделе опеки и попечительства Красноглинского района прошло профилактическое мероприятие для подростков из замещающих семей. Ребята ознакомились с законами и правилами, действующими на территории города. Рассказали об ответственности за нарушение режима тишины и о запрете на прогулки в ночное время без сопровождения взрослых. Особое внимание уделили опасностям, связанным с курением вейпов, алкоголем и наркотическими веществами. Дети получили информацию о последствиях употребления этих веществ и способах избежать неприятностей.